В Одинцовском округе продолжают ямочный ремонт автодорог. Технология устранения ям и других дефектов не отличается от той, что используется при дорожном строительстве. Состав смеси подбирают индивидуально под каждый участок, что обеспечивает высокую прочность и качество работ. Мелкие трещины у нас идут за заливкой битума, потому что трещины идут вдоль всей дороги. Мы максимальное разрушение берем, выпиливаем и укладываем асфальт. В муниципалитете помимо традиционных методов ямочного ремонта уже второй год применяют новую технологию по вторичной переработке асфальтовой крошки. Аппарат-рециклер изготавливает смесь, которую укладывают на дорожное полотно. С соблюдением технологий у меня получается такой же асфальт, как с АЗБ, асфальтобетонного завода, получается полноценный заводской асфальт. Есть какая-то технология, чтобы нам избежать такого тотального разрушения наших заплаток зимой? Быстрое... Может быть, стык вот делать между старым асфальтом и новым как-то по-хитрому? Но мы и делаем, и переливаем битумом также трещину. Полтора года держится такой асфальт спокойно. На сегодняшний день в округе учтены все ямы. Они оцифрованы и внесены в единую систему. 84% из них уже отремонтированы. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».